У человека есть стремление к прекрасному. Оно глубинно, и в особо сложные ситуации жизненные оно выходит наружу. Поэтому один из факторов, который приводит людей к творчеству, это внутренний посыл. Необходимость, может быть, откорректировать ситуацию, может быть, просто реализовать то, что было давно задумано, но как-то не складывалось дойти к этому ранее. Человеку свойственно заниматься творчеством, и многие, занимаясь своей юридической деятельностью, своей финансовой деятельностью, ну, в общем, массой вот этой всяких работ, которые существуют на свете, мечтают о том, чтобы вот сейчас я вырасту, сейчас я освобожусь и пойду рисовать. Это основная часть. Хотя, конечно, есть и другие причины. Есть люди, которым это надо чисто профессионально. Но все-таки больше людей, именно которые хотят реализоваться для себя, не для чего-то. Я очень люблю комиксы читать, и мне это, в принципе, среда интересна была всегда. И пришло такое осознание того, что хочется сделать что-то свое, что-то интересное, чего еще нету в России. И поэтому что-то начала набрасывать дома ничего не получилось, и решила пойти на какие-то курсы, чтобы сделать свой комикс в итоге. Первая глава уже есть, достаточно продуктивно идет. Ну, научиться рисовать, особенно вот данный курс у человека, я для себя решила. То есть, в принципе, по работе, возможно, нужно будет, но именно в плане там умения, понимания пластичности человека и так далее. А так рисунок – это мое хобби. Вообще я специалист по полиграфическим материалам. Но иногда требуется, помимо там, технических консультаций, технического оформления документации, иногда нужно какое-то дизайнерское небольшое решение, там, ну, вплоть до каких-то, ну, там, например, презентаций, где, возможно, что-то надо там дорисовать, придумать что-то более интересное, чем просто технические какие-то данные. Ну, рисовать мне было всегда интересно, но самостоятельно никогда не получалось, и решила сейчас поменять свою профессию и совместить ее с веб-дизайном, поэтому решила изучить рисунок. Если человек собирается заниматься чем-то хоть немножко связанным с изобразительным творчеством, с изобразительным искусством, то ему надо обязательно учиться рисовать. Фотографы, не всякого сомнения, дизайнеры, конечно же, специалисты по 3D-графике. То есть люди, которые должны понимать, как устроено пространство, как его изобразить. И навыки академического рисунка им необходимы всем абсолютно. Ну, а так все желающие. Я думаю, что всем нужно учиться рисовать, потому что это развивает многие стороны нашего существа, и это выработка позитивного взгляда на мир. Потому что творчество, оно, по сути своей, позитивно. Начинающие художники чаще всего видят фрагментарно. То есть они видят детали, но не видят целого. А видеть целое и только через целое постигать детали – это самая основная задача художника. Все курсы всегда, вот во всех школах рисунка построены по одному и тому же принципу. Сначала изучают кубик, шарик, самые основные формы, и потом… Имеется в виду, что люди понимают, что все окружающее пространство устроено именно из этих вещей. Начинающие этого не чувствуют, не знают просто. Для того, чтобы познакомиться с техникой рисунка, вот те отведенные 32 часа, которые у нас есть на начальный уровень, вполне достаточно, но это требует усердного труда самостоятельного. Я формулирую так, я говорю, если вы каждое занятие будете там месяц повторять, полтора, то тогда за год-полтора вы, в общем, будете уже так более-менее рисовать. Но основа действительно приобретается вот за это очень ограниченное время. Когда я была маленькая, мне часто покупали самоучители по рисованию, то есть это было от детских таких, типа энциклопедии, и до полноценных учебников, где схематически все рассказывается, показывается. Позже, когда вот уже стал развиваться Рунет, там, YouTube русскоязычный, уже пыталась там по каким-то видеоурокам, там, скетчинг, например, смотрела. Но, опять-таки, это не так, что можно заниматься вживую с преподавателем, тебе покажут, может, руку поставить, там, покажут, куда вести, и объяснит более подробно. У меня были книжки, которые мне достались от дедушки, та же «Анатомия художника», но самой понять то, что там излагается, с трудным художественным языком было сложно, поэтому, собственно, и пришла сюда и здесь.
И непосредственно на курсе рисования человека узнала очень много интересных моментов, которые мне были непонятны, непостижимы, хотя книжки были. Есть такое понятие арт-терапия. Замечательное понятие, которое существует давно в мире, которое очень устойчиво. И оно обозначает развитие личности путем занятий искусством. Внутри этого понятия существует понятие изотерапии. Мощное тоже направление, которое давно уже используют психологи профессиональные для того, чтобы развивать людей, для того, чтобы избавляться от многих внутренних проблем. Так вот, на курсах, поучившись, можно получить действительно нормальные, полноценные навыки для самореализации, самосовершенствования и, конечно, отдыха. Замечательно. Для человека важно, почему еще рисовать? Потому что это второй язык общения, и он универсален. Кроме того, рисунок позволяет заглянуть в суть вещей. Ну вот, вещи, которые нас окружают. Мы пользуемся ими каждодневно, но чаще всего не задумываемся, а как они устроены. А когда нам нужно их правильно нарисовать, вот тут как раз мы переходим к анализу, а как это устроено. И вот эта привычка, выработанная в рисунке, она потом переходит и на отношение к миру. Зрить в корень – это вещь очень полезная, применительно ко всей жизни.